Начинаю показывать. Здесь три мишени. Если только 2 метра. Раз, два. Так. Когда кидаешь ножи или топоры, они отскакивают. Поэтому эта стена держит здесь. Это здесь. Пол тоже. На пол стелится фанера толщиной сантиметр, и вот и весь пол. Раз. Здесь. Мишени делается из елки. Перед каждым метанием топора или каждым метанием брызгиваем водой, чтобы не трескалось. Потому что за дни, когда не кидаешь, высыхает дерево, и от удара ножа или топора она трескается. Поэтому брызгаем водой.